Всем привет, ребята! Как вы знаете, я уже давным-давно не выпускала свои ролики. И пока давным-давно это было, я успела получить 6 лет. У меня, да, 6 лет, да. Успела перейти в старшую группу в садике. Да, вот именно да. Скоро мне еще в школу эту. Ну и сегодня будет ролик про смешилки. Их будет, наверное, много. Но не обещаю сколько. Но точно будет вопрос. Да, точно будет. Я не знаю, когда. Будет вопрос, так будет. Ну, мы начинаем. Я точно, короче, я почему карачина. Ну, если понял, кто в чем прикол этого танца, кто засмеялся, то пишите в комментариях. Понятно вам? Еще не забывайте ставить лайк, подписываться. Потом мне будет грустно, и я не стану снимать ролики. Я стараюсь для вас. Начала сегодня снимать такой сложный ролик. Надо думать, чтобы придумать эту шутку. Но вы не ставите лайки, не подписывайтесь. У меня мало подписчиков и лайков. Прошу вас, ребята. А вы знаете, что есть болезнь? Не подписонас и не лайконас. А может быть, вы ею заболели? Проверьте. Спускайтесь. Давайте лайк поставим. Подписку. Подписка, красная кнопочка и такой лайк. Поставим, нажмем на них. И все. И вы проверите, чего вы не заболели. Если заболели, то у вас она не подпишется. Вы будете нажимать, а она не подписывается просто. А если вы не заболели, то тогда поздравляю вас. Вы не заболели ни лайконосом, ни подписоносом. Ну, давайте дальше идти. И этот номер, то есть смешная шутка, называется «Когда ты учишься на двойке и ты приходишь к дому». И мама злая еще, притом, потому что она много работает. Ну, мы начнем. Пам! Пара-па-пам! Мам, я пришла дома. Я дома. Пам! Пара-па-па-пам! Захожу, раздеваю лапти. Изнимаю лапти, прохожу, изнимаю куртку, и вижу я мамутку. Ну, пришла, подмети, ну, а может быть, дневник, ну, а может быть, тебе нужно уйти. Или, может быть, помыть посуду. Или, может быть, застелить кровать. Или, может, свет потушить и научиться сам спать. Я проверю всю работу, а ты на отороту есть. Собирайся в магазин, будешь покупать продукты.
смысле продукты, мама? Ну, я не хочу. О, я буду дневник читать. Буду читать. Ну, вообще, я не пойду никуда. Лучше на постели я. На постели я лежу. Мне здесь хорошо. Ну. Мамочка моя, не злись. Я хочу чуть-чуть лежать. Мне же завтра снова в школу. Не хочу я снова идти. Иди сама, мамулечка. Прошу тебя, да-да-да-да. Сейчас я пойду за метлой. Побудешь ты у нас сегодня. Поспишь ты у нас на улице. Я тебя не пущу спать на кровати грязной. Ты сейчас же пойдешь в магазин. Или я за метлой сейчас. Мама, мамочка, ты прости. Не-не-не, я уже иду. Собирайся, быстро-быстро собирайся. Иду на шапку, бам. А уж нет, закрыты двери. Я вообще-то принесла. Никто не идет от меня. Но сейчас уже пора. Бери. Тебе эта метла. Поприбирайся, чтобы было чисто. А, ну да, и в магазин зайти. Угу. Зачем мне вообще метла? Ну ладно, да. Поприбирайся, я. Метла хорошая моя. Поприбирайся ты за меня. Уже я прибираю вновь. Уже. С удовольствием уже иду метлу. Оставляю я свою. На все. Я собираю шкалуши. И штаны, колготки. И носки, и куртка, и шапка, и шар. Уже иду. То-то же. Ну, это было, наверное, смешно. Ребята, теперь вопрос. А скейт может переворачиваться или нет? Правильный ответ я скажу в конце. Интересно, сколько будет 2 плюс 2? 25. 4. 90. Давай лучше спишем у отличниц. Давай. Да. Давай спишем. Тихо только. Вот. Уже подсматриваю на вторую парту. Это так. Это вот так. Ой, морок спал. Это вот так. Так, ты уже списала единороги. Даша, ладно, Даша. Ты уже списала, Даша. Теперь, Алена, иди. Алена, иди.
Ой, знаете, я как-то боюсь. Да что ты боишься? Учительница не запалит, если я что делаю. Алена сегодня нету в классе. Или уроки прогуляла. Ну ладно, ладно. Уже спишу. Так. Трюс. Упс. На пеньки. Вот дальше писать все-таки. Спасибо. Так. Ты говоришь, вот та это моя тетрадь. И вот ответы. Надо приклеить ответ. Ну, ответ приклеила. Спасибо, что отписала. Так, дам теперь Саше списать. Бери, Саша, бери. А, зачем списать? А, ну да-да-да. Мы не забыли ты. Я забыла просто. Давай. Так, ответы. Угу, этот. Ладно. И джунгли. Ладно. Это джунгли. Вон все. Да. Вместе. М. Здесь. Так. М. Это. Здесь. Вот. М. Так. И все. Я сделала. Ребят, все, берите. Бери, Алена. Спасибо, Саша. Бери. Бери, Маша. Бери. Спасибо, спасибо. Вот. Бери, Лена, Лена. Бери. Бери, Лена. Бери. Бери, Лена. Извините, Саша. Я вообще-то директор. Не списывать. Вы трое не списывать. Родители в школу. И все. Все, 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 все. Вот вам. Вот вам каждому. По голове. По голове, по голове. О май гад! Мне кто-то внес в кадр. Ребята, я думаю, что вы не обиделись. Ну все. Родители точно в школу. Все, я ухожу. Я могу, если родителям. Я не время сказали, честно. Ну, знаете, юмор такой. У меня такой юмор. Да, ну, все. Давайте еще один смешной ролик. Давай еще раз. Привет, девчонка. Как тебе?
Jakbyśmy nie znali? Nie wiecie, gdzie członkę. No co? I ja zbierz gdzieś. Uczu się. Kto to tam nie będzie patkany? Kto to będzie na swydanki za mną? Oj, to prosto da, Aliona, da? Да, Маша, да. Правда? Да. Да. Он просто такого нет. Интересно, кому он будет подкатывать? Я думаю, он придет. Вот. No Karina, nie, muszę być wyglądany, tak? Bo on nie lubisz, Gabriela, że ty его ненавидишь. А Саша будет с ним встречаться. Привет, Сашка. Идем на свиданку сегодня. Как-то что-то там потусим. Погусим. Мне нравится девчонка, как ты. Такая тусянчик. Малячик такая. Ой, любимый, любимый, любимый. Я буду с ним на свиданочке, на свиданочке, на свиданочке. Она что-то того. Ну, лучше мне смываться. Бай-бай, девчонки. Как завтра потусим. Чао, као. Ура, здесь психушка. Wiem, że to mi powiedziałeś, ale to Sasza, ale ostatnio co mówiłeś przed spaniem, to Sasza, Karina. I co? Ale może... sprawa, to moje dziecko, jak... I same! A to, наверное, смешно? Ну, что это такое? Оно мне влезло в кадр. Вот это вот что-то. Привет! Как дела? Мой папа! А, то я. From Poland. Он польский. No. Мама украинская, не понимаю как, но он классный. Он вообще магию может делать. Он самый классный папа на планете. Ну, как вы поняли, ролик заканчивается. И скажу вам, ролик этот все-таки скейт переворачивается или нет? Смотрите итоги. Смотрите, вот. Вот. Я вот стою сюда. И оп. Вы видели? Оп. Он может вставать, когда нажимаешь на один секретный пуск. Вот здесь это. О, неудобно как-то получилось. А, всем пока. Ну, смотрите на этих людей. Посмотрите на этих людей. Это моя мама. Она, у нас есть карты. Карты. Там и сами все. Можно даже Саша, карты не показать. Вот, не в это мой день. Папа. Что там у меня? Я, кстати, психушку могу. Ну, а всем пока-пока. Нет, Глент Копяков.
Бумага. Он совсем забыли, как летает моя ламба. Уи. Мама уже в нервах. Лучше ей отдать телефон.